меня есть добрые мысли в душе, но пока я их не могу воплотить в жизнь, не могу их реализовать. Видит ли это Господь? Вот есть такой момент в жизни нашей. Об этом говорит очень кратко, очень емко святитель Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове знаменитом. Он говорит так, что Бог и дела приемлет, и намерения целует. Что это значит? Чуть-чуть поподробнее. Это значит, что если пока у нас нет реализации добрых дел, но есть пока намерение, то есть желание их совершить, то Господь и это оценивает. Он помогает нам потом их совершить, эти дела. То есть, как мы знаем в Писании, Господь говорит прямо, что без меня не можете делать ничего. Ну, естественно, про добрые дела речь идет. Это просто не добавляется, но это понятно, что Бог не делает зла. Поэтому Господь помогает нам в реализации этих дел. Еще в одном месте в Псалтире Господь говорит мощнейшие слова, которые вот в моей жизни реализовывались много раз, десятки, может быть, больше. У всех людей, которые искренне стремятся к Богу, они действительно исполняют все эти слова. Он сказал так, что «Да даст тебе Господь по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». То есть вот Господь, Он же сердцеведец, Он смотрит на сердце, Он говорит нам всем в другом же месте Писания, что «Сын, дай мне твое сердце». Какое? Я бы какое? Не гордое. Гордое сердце Богу не нужно. Он смиренное и сокрушенное сердце Бог не уничижит. И вот когда мы видим, что да, у нас есть желание добрых дел, но нету сил, и мы начинаем просить у Бога: «Господи, помоги, хочу исправиться, хочу простить этого человека, обидел меня брат во Христе, или же моя сестра, или моя дочка меня обидела. Но не могу я, ну, есть намерение меня простить, но нет сил простить, помоги». И вот когда ты просишь, ты уже смиряешься, тем более перед Богом. И чем ниже ты смиряешься, тем больше тебе Бог дает. И Он смотрит на сердце. Поэтому, конечно, Господь оценивает то, что мы хотим сделать. Если мы даже пока еще не имеем сил это сделать, то Он нам помогает, и очень сильно, в том, чтобы все-таки мы нашли вот возможность реализовать вот эти добрые намерения, добрые мысли, которые у нас есть. Аминь.